всегда готовы прийти на помощь. Сегодня в молодежном центре «Патриот» состоялась встреча Серпуховского штаба волонтеров Подмосковья. Для юных представителей общественного движения провели семинары. Владислав Яковлев недавно вступил в ряды добровольцев. Сегодня Сергей Никитенко вручает ему и другим участникам движения волонтерскую книжку. Я просто помогаю по городу, участвую в мероприятиях. Мне это интересно, я хочу участвовать в будущих событиях, помогать людям. Вы не остаетесь равнодушными, ну, к трудностям определенных людей, больных, возрастных, ветеранов. Вы не остаетесь равнодушными, и сюда приходите на помощь и городу, когда нам необходимо проводить какие-то разъяснительные работы. Ваша помощь незаменима, и поверьте, мы очень ценим то, что вы делаете. Волонтеры помогают в организации различных акций, флешмобов, мероприятий. Например, организуют работу пункта гуманитарной помощи, принимают участие в проведении спортивных соревнований. Штаб волонтеры Подмосковья в Серпухове объединяет 12 корпусов на базе различных учреждений. С начала 2022 года их ряды пополнились на 200 человек. За первое полугодие проведено около 300 мероприятий. Я и собирал, и грузил гуманитарную помощь. На острове Русский помогали с организацией. На полигоны ездили, где на стрельбище. Помогали там тоже судьям расставлять мишени, помогать все организовывать. После торжественного вручения волонтерских книжек для всех участников движения провели два семинара. Говорили о навыках публичных выступлений и навыках коммуникации. На мероприятии также присутствовала и депутат Надежда Еремина.